и бутерброд. И пряники нужны. Так, короче, я не показывала, я думала, что на момент съемки этого влога я еще буду вязать сумку, но сейчас будет такой обзорчик. Это моя первая сумка, которую я сделала сама. Я сегодня буду ее первый раз куда-то надевать, я не знаю, она подходит под лук или нет. Мы приехали домой, я ездила к врачу, я делала рентген, вот, и забрала заказы с Wildberries. Во-первых, я очень расстроена, потому что мне пришла подставка, но не пришла та вещь, для которой я заказывала эту подставку. Забрала еще верх от купальника, я на самом деле думала, что я заказала себе 3 комплекта купальника, и померю и выберу, но я заказала 3 верха. Просто черный. И теперь мне нужно подобрать под него низ. Сейчас откроем подставку. Подставка под благовоние. Скорее всего, я их заберу сегодня. Ну, то есть попадет. Не знаю. Вот тут, собственно, дырочка. Но она какая-то... А сейчас я, наверное, пойду купаться в бассейне, потому что у нас... Видите? А на самом деле на солнце как будто плюс 50. И сегодня я должна убраться, и часов в 5, наверное, у нас уже ко мне придет Настя. Мы пойдем в магазин, купим вкусняшек. Вот. Такие дела. Мне что-то еще хотела рассказать, но я забыла. Я начала еще что-то вязать. Если честно, я не знаю, что это будет. Изначально я думала, что это будет похожая сумочка, просто я хотела сделать длинную ручку ей. Вот, а сейчас мне пришла идея, что я могу сделать чехольчик под свой фотоаппарат, то есть вот так вот сшить и придумать какой-то кармашек. Вот, ну, что-то я пока не знаю, как пойдет, то есть я еще повяжу. Но все-таки больше, я думаю, сумочку, потому что для чехольчика у меня другая идея есть. В Пинтересте посмотрела. Потому что у меня очень много вот пряжи такого цвета, малинового, он прям ярко-малиновый. Я не знала, что сделать. Возможно, я вот эту сумку, если я свяжу, я ее разыграю в Телеграме, потому что я очень хочу сделать какой-то розыгрыш, именно какой-то вещи, которую сделала сама. Вот, у меня такая идея есть. На будущее. Показываю, значит, я убрала одеяло свое, очень толстое. Я его положила в шкаф, потому что я вообще не пользуюсь последнюю неделю. У нас очень сильная жара, и оно мне просто не нужно. Поэтому я убрала, ставила наволочку. Ой, под одеяльник. Вот. И вот сюда сейчас мы принесем что-то типа кровати. Просто не представляете, как у нас жарко, несмотря на то, что у нас работает кондиционер. Я поставила нам воду со льдом. Вот, лед растаял. Я надеюсь, мы выживем в такую жару. Смотри, какие обои крутые. О май гад. Все серьезно? Вот так вот, да? Вот так? Угу. Во, вот так видно. Только аккуратно. Блин, повезло, я тоже так хочу. У нас тоже диагласия. Я делаю, ребят, я спать. Я типа Ланиса написала, я спать.
Это так бывает? Блин, ничего нету. Ой. О май гад. Я реально черная, а я белая. Бляж. Какие очкарики. Реально чуть-чуть очкарики. Мы идем за великими приключениями в Пятерочку. Мне вообще неудобно с распущенной. Красиво. Вокруг красоты. Я сейчас ощущаю, как будто в 2017 каком-то иду по какому-то, знаешь, району. Я тоже хочу. Люна. Какао, какао, какао. Все супер. Запасы, запасы. Собака. И нажимаю на паузу, остановить кино. Мне кажется, что мы сейчас просто ждем ночи, чтобы начать смотреть фильмы. Есть все: еда, вода, ноутбук, вот, светильник заряжается. Я специально задвинула кровать, чтобы розетка была. Все, мы будем ждать даже рассвет. Сейчас темнеет, мы сделаем попкорн, и у нас будет ночь просмотров, нон-стоп, фильмов и ужасы. Возможно, мы комедию какую-нибудь найдем. Но пока спать нет в планах. Пока собачка. Возможно, мы не выдержим и уснем. Типа... чтобы такой немножко ночной вайб был. Я не могу разорвать, я буду выкинуть в окно. Нажимай на паузу. Прыгай на меня. Юки смотрит в окно. Вот это смотрите, вот загадочно. Вот так. Мы, по-моему, вообще одни дома. Чего? Чего? Ногу не тяни. Какая уже разница? Да, в принципе, мы уже и так сами вырезали. Ага, нет. А как это открывается? Октябрь. Повар. Помнит мега тратить? Как трубочки были. Кстати, неплохо. Да. Мне кажется, даже еще можешь как-то лить. Я тебе загорю? А, догадайся еще. Подожди. Придумай что-то. Сейчас я тебя придумаю. Блин, тебе посложнее или полегче? Там не очень сложно. Действительно. Ну ладно, я тоже подумала. Два, два, пять, давай. Я жива? Нет. А, подожди, ты сейчас задушь? Ну, типа, да. Когда нет, значит переходит вот. Угу. Я душевленная? Нет. Я большое? Да. Есть в этом доме? Нет. Я что-то большое? Да? Меня можно купить в магазине? Да. Я что-то из мебели? Да. Я кровать? Да. Ты сказала полегче. А я выиграла в лотерее. Подожди, мне доугадать? Ну да. В
Это так, будет такой фейл небольшой. Я большая, меня нет в этом доме. Я здесь только на улице. Да. Я не растение? Нет. Ну да, ты не растение. Я железная? Нет. Я деревянная? Нет. Я резиновая? Нет. Я вода? Нет. Я не живое большое. Я есть на этом участке? Нет. Ну прям большое. Больше дома. Я хотела как полет. Самолет? А, я планет? Да. Конкретно? Не, просто планет. Я хотела как полегче, типа, думала, типа, по вопросам большое догадала, да. Ну ладно, давай еще как-нибудь. Я просто слишком легкое загадала. Давай посложнее. Но только без. Давай без людей каких-то. Окей. А то мало чего, да? Я загадала. Я не могу придумать. Давай. Блин, я не могу придумать. Ладно, давай, придумала. Давай теперь ты придумай. Я одушевлённая. Я забыла, подожди. Нет. А. Я живое? Нет. Я большое? Нет. Я большое? Ну да, относительно большое. Я не живое большое. А. Я планета. Я кровать. Нет. Я есть в этом доме? Нет. Мне можно купить? Угу. Меня можно купить в торговом центре? Да. Я нахожусь в продуктах? Нет. Я не знаю, какие шпанзи. Я... Я больше дома. Я забыла, что сейчас. Нет. Ну, конкретно этого дома не больше. А, я сказала, блин. А, что я там говорила? Я большое? Ты небольшое? А, типа ты можно купить в магазине? Да, я небольшое, меня можно купить. В строительном магазине? Нет. Ну, возможно, смотри, какой-то. Леруа Мерлен? Или как? Наверное. Ладно, давай. Да я, господи, я не знаю, что еще спросить. Я деревянная? Нет. Я типа декора что-то? Угу. На меня можно что-то поставить? Нет. Понятно. Ну, если как рассматривать? Ну, нет, нельзя. Это не предназначено, чтобы на тебе что-то ставить. А... У меня фитнес-шарик вот этот. Нет. Ладно. Это... Лера Мерлен. Так, я... Меня можно купить? Ну, вообще, да. Ну, я вот могу сейчас пойти купить? Нет. Ну все, тогда. Я что-то типа декора на меня нельзя не поставить. Просто украшаю комнату. Ну, типа да. У меня есть конкретное предназначение. Да. Я светильник. Мне кажется, офигеть, что я сейчас сказала. Ну это очень сложно. Я могу это... Да нет, это можно. Я техника? Нет. Я как-то связана с освещением. Если я скажу да, то я тебя запутаю. Поэтому... Ну вообще, в основном. Нет. Понятно. Да господи, что я? Я нужна для строительства.
Ну скажу, это может быть за 10 лет строительства. Да капец, блин, я не знаю. Я догадываюсь, что. Я. Господи, что? Смотря кто я. То есть я могу быть или строитель, или какой-то дядька. Какой дядька? Ну а болит. Это болит. Подожди, мозги. Давай. Я забыла, что хотела сказать. Часы? Да. Да? Да. Офигеть. Вот на часы можно что-то поставить? Я представила электронные часы. Чисто физически на них можно что-то поставить. Да нет. И они светятся. Я посмотрела, короче, вот где у тебя вот это. И вот еще один. На столе вот это вот маленькое стоит, там часы такие надо. Ну, что? Скажу так, ты железная. Ну, спасибо. Я сдаюсь. Серьезно? Вагон. Вагон? Вагон? У тебя тут поезд, типа, часто, ну, ездит, и к нему вагон. Вагон? Нет. Ну, хочешь еще, блин. Не все происходит. Угу. Она чуть-чуть поможет. Чуть-чуть поможет. Мы, короче, посмотрели один фильм. Ужастик. Да, и думаем посмотреть второй. Ну какой? Не знаю. Кстати, советовали комментарии. Сейчас посмотрим. Сейчас подожди. Смотри. О, блондинку в законе вроде интересно. Жизни. Вау. Давайте, вау, яйцо. Я, конечно, ту-ту-ту. Да уж. Сегодня уже... Сегодня нельзя уже. А вот... Да. Вот такое у меня дом. Я, во-первых, хочу тумбочку поставить вот тот угол, потому что там есть розетка, и мне будет намного удобнее так жить. А, вот. И в целом я еще хочу поменять постельное белье. Мне нужно будет разобрать стол. Я сейчас думаю над тем, что я завтра надену. Мне очень тяжело, потому что, вот смотрите, у меня есть вот такие вот шорты, которые я еще в этом году не надевала, я их носила в прошлом году. Очень классные. Они вот тут вот на завязочках, прямо вау. Мой любимый топик такой вот. И из шорт у меня еще два варианта. Значит, есть вот такие вот джинсовые. Есть вот такие вот серые. Но серых я уже ездила, но серые здесь самые удобные. Поэтому я пока не знаю. Вот. А из топиков у меня еще вариант вот этот. Вот этот. И вот этот. Вот. И беру с собой кофту с носками. Я не знаю. К этому всему мне визуально очень-очень нравится вот
как бы, согласитесь, это, в принципе, сочетается прикольно, да? И вот сюда. И вот сюда как будто бы вот этот шопер, да? А мне нужно взять вот это. Очень я хотела его взять с собой. Помогите! Я нашла идеальный вариант аутфит на завтра. Вот эти шорты, они очень удобные. Они короткие, и в них точно не будет жарко. Плюс вот эти завязки можно регулировать, это прям кайф. Топ мой любимый тоже. Будет очень жарко, и в нем я точно не запарюсь. И сумка сюда. Как по мне, она просто вписалась. Как будто она здесь и должна быть. Я хочу сделать микрообзор того, что я хочу взять завтра с собой. И в целом, что я ношу всегда с собой в сумке. Вот всегда. Первая расческа. Резинка. Разные помады. У меня их несколько. Конфетки. Вместе с конфетками жвачки. Крабик для волос. Матирующие салфетки, кошелек, влажные салфетки, аптечка. В аптечку плюсом еще пластыри, они почему-то отдельно лежали. Крем для рук, мой фотик. И еще сюда отправится пауэрбанк, наушники и телефон. Доброе утро. Я проснулась без 10:11, наверное. И это просто шикарно, потому что я спала 10 часов, наверное, впервые за сколько-то месяцев. Это очень круто. Я спала 10 часов, это вообще такое бывает. Ну и, в общем, мы выходим в 12. Котлетку, хлебушку. Я нет пока. У меня тушь не размазана. Мы сейчас купались. Мы плавали на сапах, купались. И вода, знаете, по сравнению с воздухом, мне просто горячая. Первый, вот. Блин.
Мы приехали домой сейчас почти 11, и это был вообще какой-то очень насыщенный день. И я снова очень устала, поэтому я сейчас пойду в душ и снова лягу спать. Я надеюсь, что снова у меня будет какой-то магический сон, потому что на завтра особо планов нету, я смогу отдохнуть и все. Вообще эти два дня вышли, ой, вообще эти три дня вышли очень насыщенными, и прям было очень круто. С сегодняшнего дня у меня еще очень много классных фоточек появилось. В общем, я в восторге, у меня реально мозг отключается уже, я очень устала, поэтому буду отдыхать. Спасибо за просмотр, жду вас в своем телеграм-канале. До новых влогов!